матча раунда плей-офф Лиги Европы. Играет против клуба Брага. Роскошный план. Алло. Да, здравствуйте. Да. Я хотел бы сделать ставочку у вас. Можно сделать ставочку, пожалуйста? Да, на сегодняшний матч. Угу. А подскажите, какая сегодня? Угу. Сколько за... 1, сколько? Ага. Да, я хотел бы поставить 1500. Полторашечку. Угу. Хотя нет, нет, подожди. 1400. Можно 1400? Молодец. Угу. А это, сколько подниму я с нее? Подниму, говорю, сколько с нее? Ага. Да? Хорошо, все, устраивай. Угу. Все, хорошо, на связи, да? Здорово, здорово. И дальше идет Понсе. Понсе! Левее здесь. Пауза, Шурли, Мирза. Простреливай, победа! Да что ж такое-то, а? Господи, как же мне скучно. А у меня игры на телефоне заканчиваются. 85% прошел. А мне на 85% скучно. Да мне на все 100. Слава богу, хоть дискотека вечером будет. Слабота поклянуть. Сам лизни. Фу! А тебе слабо выпить воду из бачка? Ты что, тю-тю? Слушай, а вот тебе... Слабо прокричать «Зенит чемпион» в окно? Ты шо, директор убьет? Ха, слабак! Смотри. Зенит чемпион! А слабо за мячиком через окно сходить? Мне? Да. Да вообще без бы. Ну чего там? Да тише. Что-то при дискотеку, кажется, было. Алеша что-нибудь про меня говорил? Сколько можно про своего Лёшу думать? Он тебя даже ни разу не видел. Лёша то, Лёша это. Ты всегда о нём говоришь. На футболе, в столовой, в душе, даже во сне. Вы просто мне завидуете. У меня в кабинете 6. Ясно? Ты же знаешь, что бывает с теми, кто выходит из комнаты на тихом часу. Тем более через окно. Нет. У нас в лагере есть правила. Ты что, не слушал меня? Я что для тебя? Фон? Нет, я слушал. Простите. Видишь эту ручку? Сейчас лично я, лично тебя, лично этой ручкой занесу в черный список. Или я могу тебе дать шанс исправиться. У нас в лагере объявился взломщик сети. Я в благородство играть не буду.
Найдешь мне того, не знаю кого. Я сделаю с ним то, не знаю что. И тогда сочтемся. Я отменю твое наказание. И только попробуй об этом кому-нибудь рассказать. Ты понял? Так точно, товарищ директор. Ходят слухи, что тебя в черный список решили добавить. Что ты такого сделал? Да так, решил выйти в окно погулять. А мне нравятся плохие парни. Мне предложили одну темную работенку. В общем, пока я тут. А что за дело? Не расскажешь? Прости, я не могу подвергать тебя такой опасности. Я готова быть с тобой всегда, я помогу тебе. Так и быть. Мне нужно проверить телефоны. Окей. Стоп, а ты кто вообще? Все, пока, мне нужно маме перезвонить. Я проверил их всех. Они чистые. Так что, это значит, что тебя все-таки добавят в черный список? Похоже, моя песенка спета.
Можно идти сдаваться. Давай сделаем селфи на прощание. Я хочу запомнить тебя таким. Так все это время взломщиком интернета была ты? Так я же не знала, что ты искал меня. Я все равно не смогу тебя сдать. Придется уйти самому. Ходи. Я провалил задание. Я готов понести наказание. Ты кто? И почему без стука? Это я потратила весь трафик! Молчи, дура! Она врет, не верьте ей! Выйди отсюда! Ты что, не понимаешь? Да она же любит тебя! Думает, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Я не могу допустить, чтобы айсберг черного списка расколол корабль любви. Но наказать я вас обязан. Поэтому отжимайтесь. Ваша ставка зашла.